Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и Only First. Всем привет! Мы продолжаем играть в Dead Island Riptide, убивать кучу зомбарей, я чё-то нифига не вижу. А так. Как фонарь включить? А, на Т. Да, я и забыл. У меня тоже. Канализация. Тут куча боссов будет. Ты, да, тут пойди. Будет еще жарче, чем... Включите да. Свет. О, отлично. О, отлично. Темно, когда потушил фонарь. А чё за фиг... А ой, он как бы включается, выключается? Да. А, не, он типа не запускает. Всё, смотри. Так, а тут стрёмно. Работает, Харлоу. Но основные лампы не горят. Да. Драйвер говорит, там должны быть выключатели. И, возможно, дополнительные генераторы. Попробуйте их найти. Ага. Так. Так, назад. Идите неисправность. Да? Вижу. Срочно нужно хоть какое-то освещение. Ну да, так, да. Ну что, а пошли. Я не знаю, куда нам идти, если честно. Так, я в принципе предполагаю, нужно залезть наверх, смотри. Да, да. Я уже тут. Так, ну что, я открываю двери. Давай. О-о-о, пока что никого. Местечко, конечно. Не очень. Неблагоприятное, да. Ну эти мертвые 100%. Так, подожди. О, звуки я уже. Так, сигнальные ракеты. Я сейчас подберу. Тут явно кто-то что проходил. Тут у нас? Отлично. Так, я кину. О, мы же можем освещать вот этим. Очень надеюсь, угу. Что эти катакомбы ведут к Хендерсону. Пистолет. Спокойно. Я просто там что-то геймпад был и... В общем, пока привык. Так, ну что, смотри, о, фрукты... Ракеты. Да. Отлично. Кто-то, видишь, уже тут умер. Лежал, вот смотри. Да. Так, уже зомбаки, да? Да. И даже в мирных местах, казалось бы, да? Канализация, ну как, они тут. Мирные. Ну, в принципе, да? Более спокойных, чем улица. Так, давай попытаемся их перебить всех. О, так, новый уровень там чего-то. Так, отлично. Вот здесь эти я еще не знаю. Попытаем. Так, смотри, давай в эту сторону пойдем. Так, да нет, нам ту сторону нужно. Да? Да, нам другую. Ну пошли. А, да, в принципе, так. Там пофиг как, но вроде. Ну, пошли о, тогда. А, ну, в эти двери заходим. Что тут может быть? Ди-ди-ди-ди-ди. Прекрасно. Может, найдите... и генератор здесь. Так, найдите выключение. Ага, я вижу тебя. Так. Я вас слышу, Харлоу. Похоже, прием в этих катакомбах ужасный. Я же и говорю, да, что, возможно, будет какая-то потеря связи. Они вам не попадали? Осторожно, пока тут нет. Электричество. Может, австралийцам удалось их вычистить. Так. О, сигнальная ракета. Отлично. Ну что, потопали? Да, давай. Так, тут смотри. Еще все работает, да? Сколько прошло времени. Это же за ним, представь, сколько времени не следили, да? И тем временем, тем не менее, все это так, куда работает. Нам сюда нужно. Так, да, в двери. Не открывается. Придется искать другой вход. Да, да, да что ты его, а? Прикалываешься, что ли? Так, ну что, можно наверх, в принципе, я вижу, да? Да. Так. Да где-то рядом. Да вот сюда спуститься через крышу. Угу. Ну что, спускаемся? Ну да. Так. Так, ща отремонтирую. Ты там с зомбарей перебей. Да-да-да, сейчас. Там кто-то есть. А, вижу. Ё-моё, у меня что-то походу сломалось. Да, у тебя сломалось. Так, сейчас это топорик. О, я нашел предохранитель. Так, какой-то. О, я еще могу модернизировать. Подожди, универсальный топор. Отремонтировать. Так, жесткие когти, да. Обычные деревянные, две хрупкие. Собственно, все отремонтирую. Так, тут оно по дешевке стоит, а у меня денег очень много, поэтому... Да, на всякий пожарный даже модернизировать и теперь отремонтировать. Так, а что, ну... закуска. Так. Я не знаю, можно ли что-то модернизировать у меня. А, в принципе, я модернизировал еще тогда. Я пока что. Так, аптечку подобрал. А, ну что, потопали. Выбираемся отсюда. Так, я даже фонарик включил. Надеюсь, он без батареек. Вообще-то с батарейками. С батарейками, да? Батарейка садится. Да, плохо. Ну, в принципе, когда я не включал, вроде бы фонарик не нуждался в батарейках. Во! Оу, отлично. Сейчас нам назад возвращаться. Главное, чтобы сейчас зомби не сагрили, знаешь. Потому что сейчас попрут, наверное, когда мы включили свет. Да, как раз вот уже стоят вот тут. Да, ну вот, проснулись.
Так, я пришел на помощь, подожди. Отлично, пошли. О, так и чувствовал. Так, я включаю, собственно, свет свой, дополнительный. Так, нам сюда. Да, такой спускаться. Давай. Твою мать! Что там? Упал? Да. А, не убился? Убился. Да, елки-палки. Так, ну я тут сам. Ты меня не покидай надолго. Да, я все, я уже тут. Да. Сейчас, главное... А потому что тут очень стрёмно. А че я не могу спуститься? Да ты чё, прикалываешься? А ты посмотри там, собственно, к лестнице подойди близко. Да я знаю, просто я ничего не могу нажать. Так, новый уровень. Жизнь, спокойно. Я пока тут придержу их, пока ты разберешься. Ну да, с лестницей. Так. Вы, ребята, прикалываетесь. Отлично. Во! Есть, да? Просто нужно близко к лестнице подойти. Так, утомляющая тунфа. Так, тут я согрел на себя двух зомбиков. А что это, мать его, какая-то кислота, что ли? Просто кошмар. А просто перед дверью, куда нам нужно, два зомби едят. И еще какого-то человека. Так. Ух ты, я вот эти даже не заметил. Так, давай, пожалуй, слышишь, не будем их бить. Сразу же. Оп. Да, вот... Давай. А, закрыл двери. Так, ну что? Так, все, отлично. Вроде бы не пролезу, да? Как думаешь? Да фиг его знает. Так. А, да, кстати, садится у меня батарейка. Теперь заметил. Включи свой фонарик. Да, ненадолго. У меня тоже немного. И у меня включенный, но как бы. А. Нам спускаться нужно вот сюда. Ты этих перебивай, а то... Да, я понял. Полумёртвый. Ну, так, как? Нет, эти полностью мертвые. То есть урон не наносится. Вот этот вот не мертвый. Отлично. Мёртвый, но... О, смотри. Когда включаю свет, она очень агрится. Так, нам не сюда, нам что сюда. Нет, в принципе... Да, ты нам туда, на... да, туда, смотри. Нам там вниз, да. Можно было как-то и туда спуститься. Ты вниз спустился, что ли, да? Не, я наверх. Поднялся наверх. Угу. Я понял. Потому что там тоже есть очень много ходов. Просто такие вот канализационные катакомбы. Так. Ах, фонарь полностью сдох. Нужно немножечко потерпеть. У меня тоже. Закуска, перекусим. Да. Так, закусочка. Так, нам сюда, похоже. Главное сейчас не упасть. А, нет, не сюда. Сейчас. Я же говорил, что нужно было туда, за мной. Нам сюда. О. Так. Я перебью. Отлично. Минус, минус, минус. Оу. Это было жестко. Так, ты куда? Сейчас, я подожди. Тут есть очень много лута, поэтому спешить не нужно. Отлично. Так, я выключу фонарь, а то... А, мы же можем... Да, в принципе. Я забываю. Так. Я не знаю, нам вниз спускаться или... Там вниз, конечно же. Ну смотри, там кислоты куча. А, знаешь, я еще думал, там был какой-то ход. Да, а вот тут смотри. Нет, нам вниз. Нет, смотри. Если ты далеко отходишь, то на карте тебе показывается, куда идти. А так, подожди. Нам сюда вниз. Сейчас карта недоступна, видишь? На лестнице. Окей, давай. Давай попробуем поначалу, потом если что, там я видел один ход. Так, где эта лестница, вижу. Ох, там бешеные уже. О, да. Только их не хватало нам. Да. Так. Я свищу вот это. Ага. Так, есть. В принципе, по курсу еще один. И так. Да, мы похожи сюда, потому что я там вижу одну вот вход, собственно, в этот туннель. Так, сейчас. Сейчас. Посмотрим.
Так, спускаюсь. Ты за мной спускайся. Угу. Окей, что-то я очень долго полз. Так. Сразу же направо поворачиваю, потому что слева там будет вот эта вот слизь. Так. Что-то звуки какие-то. Да-да-да. Как щелкуны, да, вот такие вот какие-то. Как в Last of Us. Там взрывающийся. Отойди, отойди, отойди. Ух ты. Так. Ща-ща-ща-ща-ща-ща. Так, отлично. Забирай, это твой презент, его убил. Так, 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 так. Это что-то... Ага, я понял, это как у вот этого доктора, помнишь, да, были? Он кидается дерьмом своим. Нужно подходить к нему. Просто не давать ему это делать, и удары, в принципе, у него не сильно масштабные. Оу, накаркал. Так. Ух ты. Ёлки, а главное не дай, чтобы он на тебя кинул вот это вот. Как и свои. Так. Я его почти добил. Оу. Есть. Так, отлично. Утомляющие. Че, потопали? Фух, да, конечно. Есть еще. Знаете, простенькие. Нормально, но... Отлично. Катакомбы наполнены ядовитыми испарениями. Так, тут как-то знаешь, как в фильмах ужасов мигает свет. Пожалуй, лучше фонарик врублю. Ух ты. Так. Просто постарайтесь, что постарайтесь, да, и связь оборвалась. Да. Так, да что ж такое? Какие они жестокие-то. Добить нужно, отлично. Потому что никак не мог попасть. А, энергии. О, револьвер, ни о чем. Нихрена себе. Так, я тут собрал денежку. Отлично, пошли. О, не нравятся мне эти звуки. Посмотри, пошли налево. Осторожно тут, собственно, ток. Так. Ты собирай вот эти ракеты. Да-да. Но ты забрал, как бы, у меня не отображается уже. О, дробовичок. Так. А ну, в принципе, дай мне пистолет тогда, да? А ну, подойди сюда. Сейчас я посмотрю, что у меня есть. Так, у меня есть даже гранаты, прикинь. У меня тоже. На пистолет. А у меня есть пистолет. Есть? Да. Так, эффективный короткий дробовик. Ща. Ты его не забрал, да? Ща. Тихо, я этого убью с пистолета. А нет, в принципе, пистолет шума наделает, да? Да, не знаю. Ща, поохраняй немного. Дробовик, короткий дробовик. Воу, бандит 43, это походу, слышишь, босс? Да, смотри. Воу. Да. Не сильно такой мужик, знаешь, приятный. По 1917, смотри. В голову ему целься. Да-да. Так. Отлично, плюс 23 тысячи опыта, ничего себе. Все, что нужно. У него так. Предохранитель был, вот вы... Побытая соковая лопата. Давайте подберем. Ничего себе. Так. Так ты жив? Я жив. Да нет, вот чувак тут. Так, ну что, у меня теперь лопатка, более круче. И я тоже посмотрю, что можно модернизировать у нас. Модернизировать у нас можно побитую соковую лопату. Вы хотите купить следующий модернизированный предмет в виде лопаты, да? А, кстати, тут можно каждый твой предмет, который в инвентаре, улучшать, знаешь? Угу. Меня достали. То есть я лопату вот прокачал, которую нашел на первом уровне, на четвертый только что. Угу. И пистолет сейчас улучшаю. Так, ща, я повыкидываю из рюкзака все, что мне нафиг не нужно, чтобы просто-напросто не мешало вот тут. Так. Дикие возди. У меня куча пистолетов. У меня 300 баксов, ничего себе, все, куда я разогнался-то. Лопату прокачал, да. О, ничего себе, у меня такая лопатка. Теперь она железная с какими-то ручками, ну. Так, просто прекрасно. Ну что нам? 10 метров, смотри. Там пистолет, я не знаю, может возьмешь? Я взял. Нет, у меня есть пистолет, в принципе. Только тут 6 патронов. Где ты видел пистолеты? Да я уже взял. Так, ну да ладно.
принципе, не сильно важно. Так, куда нам? Так, тут ну что, смотри, 10 метров. Тут есть еще. А в принципе нет. А теперь показывает 37 метров. То есть отсюда мы никак не вылезем. Значит, нам нужно назад. Нам нужно назад возвращаться куда-то. Мы включили предохранители и нам. Да. Нужно... Так, осторожно, тут ток. Я тебя жду, давай. Потопали. У меня дробовичок, револьвер. Так. 205-ю, да, наверное. Комнатку. Ну, так, да, я понял. Отсюда. Где звуки? Сзади. Туда идем. Воу! Так, я пока передних, собственно, разобью. Ничего себе, лопата мощь. На четвертом уровне. И махает он, не знаешь как, ух. Воу, тут босс, слышишь, лучше не шутить, наверное. Давай, да, нет, давай, давай убьем. Да толку его убивать-то, только, да, собственно. Давай, забегай, он, в принципе, медленный. Оу. Убили? Так, да, я же говорю, лучше просто забеги. И не будем тратить ни патроны, тем более ресурсы. В играх на выживание они очень-очень важны. Так, я сейчас прибегу, я там ТП-шнулся, где мы, собственно, нашли. Ну, включили предохранители. Пошли. Да не трожь ты его, ё-моё. Отлично. Неважно, так, все, поехали. 7 метров. Где мой дробовик? Да, вон. Есть. Спокойствие. Ты мертв или нет? Так. Все, замечательно. 8 метров. Контрабандист. Оу. Подожди, тут люди есть. Террористы какие-то. Так, подожди, я пистолет на всякий случай переключу. Так, давай. Ай. Так, я поднимаюсь. А, давай. Да, я готов. Тут походу 100% пистолет нужен будет. Да. Террористы тут прячутся в канализации. Ух ты. Не, ну естественно, я же тебе говорю, что в канализации, по крайней мере, на зомби-апокалипсис, метро, канализация — это самое безопасное место на самом деле. Да. Так. Ч-ч-ч-ч. Убить их. О, а это они на зомби, да? На них сагрились. Меня стреляют. Да? Да. Пригнись. А, смотри, я по курсу вижу дверь. Давай попробуем в нее забежать. Так, есть. Я забежал. Давай попробуем их обойти, смотри. Пошли. Есть ход в канализации. Ну, благо, да. Пошли. Да, они не забегут. Так. Смотри, как они смеются. Может, так, давай. Облутаем. Угу. Так. Бери калаш тут. Во-во-во, автоматическая винтовка. Ничего себе. У меня уже есть, я одну нашел. Воу. Да. Это какая-то... Галил, понял? Так, я пока что не... Так. Отлично, да? Так, ну что, видишь их? Я двоих уже убил. Так. Есть, я убил. Убил. Так. У них пистолеты, если дробовик, там бери дробовик, пистолет. Так, вроде бы готовы, да? Да, там их трое вроде бы. Так. Но нужно быть начеку. Смотри, дальше игра такая интересная становится, да? Уже и люди добавляются, не только зомби. Не, ну, и как бы и пушки, да, добавляются. Да. То есть уже не только. Теперь интереснее играть, потому что однотипная разработчики просчитали, да, людям будет надоедать. Да. Так, ну что, в принципе, можно уходить. У меня по полной. Нет, хотя вот тут вот денежка. Пошли. Так, денежка тут мне очень нужна. Так, я захожу в двери, да? Да, я сзади тебя. Так, убейте контрабандиста, выполнено. Дробовик, если тебе нужно, возьми себе. А, нет, в принципе, мне это не нужно. А хотя я могу дробовик вместо моей пуколки вот этой. На вот всякий поднять. Случай, чтобы там в инвентаре хотя бы было. Так, я, пожалуй, вновь поменяю на лопатку. Отлично. Так, о, можно я все там, починить. Я да? там их слышу опять. Да. Так, короткий дробовик, можно прокачать, модернизировать. Я бы хотел прокачать, собственно, я модернизирую, я свои пушки, да. Я свою винтовку на 3 прокачал, я... то есть из 4 максимальных. Пускай теперь... урон будет нормальный, да? Да. Все, замечательно, в принципе, я готов. Так, сейчас, да, все, можно идти. Да, подожди, я вижу еще лут, потому что... Все, замечательно, для винтовки у меня максимально. Фу, я давай, я первый. Так, я их вижу. А, прямо по курсу. Минус один, минус два. Ничего себе, по 6000, слышишь, отнимает. Только что. Отлично. Все, минус. Всех убили. Так, тут лут. Урон значительно, кстати, увеличился, когда прокачал. Ты прокачал, кстати, свои оружия?
Так, я еще их слышу, ничего здесь, да сколько их тут обитает? Еще чмощники на заварят, слышишь? Так. Я их вижу. Ну, правильно. В отличие от нас, мы живыми уйдем, собственно, вы не уйдете. Так. И нормально так коп это слушай за них дает. Так. Тут куча. Еще вот одного этих... убил. Ага. Угу. 6000 отнял, в голову попал. Отлично. Все, вроде бы справились, да? Да. Быстренько мы по таймингу сработали, то одних, а вторых и... Так. В принципе. Я беру, так, что тут есть, и бежим дальше. А ребята так надеялись, да? Да. Тут ух, куча, тут денег вот очень тут... много, да. Да. Можно это все забрать. Ну что, так, сейчас, тут еще... О, конечно. Тут еще. Минутку. Так, ты можешь посмотреть, тут вот есть патроны к винтовке. Посмотрим. Я забрал. Ага. Так. Отлично. Закусочка. Патроны, побежали. Так, путеводитель по острову. Паланай, номер 10, отлично. Найдите ключ, ух ты ж. Ух. Нам вот сюда. Так, ну я как бы и чувствовал. Тут надо ничего так просто нету, да? То есть, включить свет, да. Ну, нужны предохранители. Так. Спокойно. Так. Всё, у тебя тоже, я вижу, да, по 3 штуки она бьет. У меня на максимуме она уже. А, ну и у меня на тройке пока. Отлично. Смотри, сколько денег-то. Тут есть. Собрал. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Тут у меня было... Алкоголь. Замечательно. Так, да, и да, я вижу модификация. Да. Тут куча у них, короче, под вот этих всех. Да, они насобирали, видимо, за много лет, согласись, да? Это так за один день не притащишь. А мы все пришли и все забрали. Вдвоем. Какие мы плохие, елки-палки. Ну, если они такие, так, с таким оружием, такие слабенькие, да? Да, в принципе, почему не забрать, если просто перед глазами лежит? Да. Так. 21 метр, в принципе, сейчас направо. Осторожней. Тут нету. А, ты подобрал ключ, да? Да. Так. Фух. Прошли. Ух, это какой-то мост разрушен. Схождение. Ну, я не знаю, сколько мы уже. Минут 20. Да, там можно, в принципе, да, еще записать, да, контроль. Мы как-то их всех там быстро разбирали. Я сам не ожидал. Получилось. Тем более у меня было поначалу 6 патронов в пистолете. Я думала, никогда больше не увижу солнышко. Так, это что? Эй, вы целые? Это они все через канализацию пробрались. Что с вами случилось? Кто-то меня толкнул! Эй, что произошло? Кто тебя толкнул? Назад! Это что за хрень? Псих подставил. А, зомби укусил. Что это? Вот жопа. Что? Сейчас превратится. Может, его можно связать? Боже. Нет. Выбора не было. Я знала, что его укусит, и я его толкнула. И что? На кой хрен, черт возьми? Он стал бы одним из них. Вы бы просто его бросили. Сейчас он уйдет и там но превратится в какого-то знать, босса. Мутаген воздействует на инфицированных. О, боже! Какого хрена? Господи! Посмотрите на него! Сейчас там какой-то босс будет всех убивает, да? О, хорошо, что они закрыли. Видишь? Оу! Это Громила, она похожа как Громила, в РФД, да? Да? В один голос. Так. Я совершенно подождите, пожалуйста. Ну, у нас, в принципе, есть мощные винтовки. Справимся быстренько. Заберите полезный припас пляжа. Мне бы сейчас вот эту всю хрень, знаешь, попродавать, потому что у меня просто куча всего. Так. Так, возможно, позже. Так, ну что, слезаем? Угу. Сейчас, минутку, потому что она мне что-то говорит. Так, ты что-то... Ты тут что-то покупал, да? Генри Сквад, да? Так, хрупкая кастет. Угу, полицейская дубинка. Ну да ладно, не буду тратиться. Я недавно тоже прокачивался. Я сейчас бегу к тебе. Так, ты сполз, да? А чё я не... Оу, что это за звуки? А, он. Ничего себе. Так, ща. А, она, в принципе, мутаген его вколола, да? Она говорила. Так, можно починиться, смотри. Модернизировать, автоматическая винтовка. А, есть. А тут можно у кого-то что-то продать? Я просто не вижу. Нет, я тоже не видел. У того только покупать можно было. Так, ну что, убиваем его.
Давай зайдем как-то, наверное, по лестнице. Я поднимаюсь. Ты за мной? Да-да. Так. Она говорила, типа, я должна испытать, бывает, этот мутаген. Так, ну что, я без тебя, не, собственно, не залезу туда, потому что он накинется. Давай, собственно, по лестнице. Куда нам, наверх? Вот, смотри, 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 да. Сюда лезь. Так, ща. Ух, босяра. А лучше бери винтовочку сразу. Потому что я чувствую, сейчас будет жарко. Потом прикупим, да, патроны. Что? Да, с богом. Поехали. О, боже. Ух ты, ёлки-палки. Очередями, давай короткими стреляем, потому что... Ух ты, ёлки-палки. Если с винтовки смотри, да, по минимуму как-то. Снимаем. Старайся голову. Ничего, ну он медленный очень, поэтому это нам на пользу. Еще зомби, смотри, кроме этого, сзади. Ты чё, прикалываетесь? Ёлки-палки. Нам вот этого громилу не хватит, да, они... Я, собственно, громилу сейчас... У меня патроны закончились. Смотри, смотри, давай попробуем динамитом, слышишь? Я пару включил. А ну, отойди, отойди. Давай. Отойди. Иди сюда. Пончик. О, ну, есть, нормально. Замечательно, смотри, да? А у тебя есть динамиты, да? Мины, точнее. Вроде не... Мины, смотри. Мины есть. Так, бросай, бросай. Воу, смотри, да? Отлично просто. Отходи, отходи. Сейчас. Мне нужно мины с инвентаря достать, ты там пока отвлеки его как-то. Замечательно, ну я как бы пожертвовал немножко собой, но я его очень хорошо, собственно, ранил. Сейчас я вылезу. Так, замечательно. Давай. У меня еще две мины. Давай. Мне нужно достать инвентарь, если можешь прикрыть. Смотри. Отлично, но он горит, в принципе, паникует. Так, смотри, он направляется к тебе. Так. Гранатка! Замечательно! Смотри, в принципе, а как мне их взрывать? А просто как бы ставишь их на пол. То есть и как. И когда он на них наступает, да, он. Да. Ставь на пол их и все. Ух ты, ёлки-палки, я на твою мину, собственно, нарвался тоже. В смысле, ты тоже можешь взорваться? Да. Естественно, нужно аккуратно, поэтому я тебя и предупреждал. Ну что, типа, отходи и так далее. Так, я гранатки уже. Пошел дело. Так, замечательно. Ну как, я тебя тоже взорвал, но... Да, ну, как бы... Стоит чем-то жертвовать. Тут все-таки... Все равно все бесконечное. Так, все, вроде бы... Нет, смотри, даже половины нету. Так. А, ладно. Тихо. Ну что, давай. Ко мне. Песик. Да, он медленный очень, и знаешь. Так. Очень слабый. Что за... Просто что по здоровью. Да, ну что да. Это такое? Чего? По своему зомби, собственно, и попал. Отлично. Так. Ух ты. Так. Руку, собственно, я ему попал, плюс 760. Отлично. А ты что, патроны нашел, да, к винтовочке? Да, не, у меня был. Так, нужно уклоняться, собственно, он так у него как-то... по полу бьет, что... Блин, нужно как-то беречь себя. Есть. Оу. Так, я тоже лопату, собственно, беру. Шлюп, конечно. Так, ну, спокойно, нужно, спокойно. Нужно с двух сторон. Ну, в принципе, быстренько, да, без особых проблем. Да, осторожно, сейчас будет бить, отходи. Так. Я, собственно, изучил его, ну, такой он себе. Оу, почти умер. Так. Колю немножечко себе аптечки. Оу. Фух, давай что-то со скорострельного. Так, ну со скорострельного ничего не вижу. Но топорик тоже, смотри, неплохо. Почти, давай. И главное, смотри, послали нас двоих, да, а сами стоят. А сами, да, стоят, там и смотрят.
Дубинка какая-то, бери, если хочешь. А ну давай посмотрим. Ничего Чё? Себе, смотри, кувалда. Так. Будет, думаю, неплохо. Так, там что-то нету, вроде бы, да, лута. Не знаю, давай убираться отсюда. Так. Да, Басяра, в принципе. Вы ведь не да, кошмар. Мы должны всех довести до Хендерсона как можно скорее. В какой стороне Хендерсон? Придется пересечь небольшую бухту. Раньше тут был старый паром, который использовали местные. Узнаете на плавулю. Ага. Как только окажетесь на том берегу, мы отправимся за вами. Ну что, в путь? Что, еще одну миссию или нет? Да, в принципе, можно, да. Китайский меч какой-то разумеется. Нам дадут. Говорят, вы... Ладно, так, сейчас. Так, можно еще, смотри. Мне нужно попокупать себе патроны или еще что-то. Я тоже, да, то же самое сейчас. И вот я вот эту вот дубинку вместо пистолета хочу взять. А у них никто не продает. О, вот. Так, в этого я продам. Харлоу, да? Вроде да, ща. Я или кто? Все попродаю вот это. У меня куча всего, что я даже не использую. Тревор, да, или кто? Да, вот. Да, 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 да. Тревор, окей. Нет. У меня два пистолета, я не знаю зачем. Так. Так, это мы продадим. Это мы тоже продадим. Ну я в принципе все. Вроде бы так. Дробовик я вот этот вот выкину. Он мне не нужно. Не, ну понятно, и мы же его и убили. Потому что мы смотрели. Так, опасная полицейская дубинка. Нет, сигнальная ракета, ничего себе, как тут все-то дорого. Гибкий шланг, большой гвоздь, так. Куча всего. Нет, я аптечки куплю, потому что деньги у меня почему-то поджимают, я когда все прокачивал, угу. Все потратил. Все, вроде бы все. Так, дубинку вот эту вот возьму, что с босса выпало. В принципе, она должна быть очень хорошей. Так, ну что, ты готов? Так, чем? Ща, я себе... Так, можно еще все починить. Так, у меня, в принципе, все на максимуме. Так, поэтому почти я пока не нуждаюсь. А рюкзак. Что у нас тут? Гвоздь канаба обычная. Хрупкая дубинка. Ключка. Бейсбольная бита. Нет. В принципе, нам ничего не нужно. Ну что, пошли? А где можно починить это все? А, вижу. Да, вижу. Так. Отремонтировать. Можно. Этот... У тебя сколько денег? Да, 7000. Так, сейчас. Мы поняли, потому что тут уже ругается на нас. Так. Ух, что? Ты, смотри, теперь пошли. Смотри, какая лопата. А как это сделал модификацию такую? Да хрен его знает. Ну да ладно. Пошли. Потому что я с гвоздями пока делал, только у меня было доступно. Ладно, ну что, 18 метров. Кеслер, вы там? Так. Что-то произошло, мне нужна ваша помощь. Что случилось? Вы в порядке? Я вас предупреждал по поводу тех катакомб. Заткнитесь и слушайте. Один парень, Уэйн, подвергся воздействию химикатов. И он изменился, мутировал. Это было ужасно. Со мной будет то же самое. Так, энергетический напиток. Значит, он был заражен. В противном случае воздействие химикатов не привело бы к мутации. Он мог из-за них заболеть. Возможно, даже умер бы. А мы вообще туда идем? Да, наверное. Что касается так, самой мутации, она, судя по всему, зависит от генетических данных. Смотри, а, я думал машина, но нет. Нет. Тут как-то более, да, лучше все сделано. Ага. Это локация карты. Потому что старая локация уже немножечко поднадоела. Да, если честно. Так, ух ты, смотри, какой пляж. Так, оу, смотри, это да? Должно быть и есть, смотри налево. Ага. Как же там, да? Вообще четко. Нам сюда. Так, ну что, давай. Не будем отвлекаться на них, в принципе. Да, чтобы потом за... Ух ты. Так, ё-моё. Какие резкие это. Да. Давай, вперед, продвигаемся по-быстренькому. Так. Молоток, конечно же, очень жесткий. По 1200 наносит урона. Меня...
Так. Так, я их тут сдерживаю как могу. Ты там тоже сдерживай, да, своей стороны. Так, есть. Так, тут энергии нету. Есть. Оу, я. Так. Будем его убивать, нет? Нет, пожалуй, не нужно. Давай тогда. А это только пустая трата времени. Пошли, 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 пошли. Они нас, в принципе... Вот те, кто не быстро бегают, можно от них, собственно, убежать. Слишком уж тихо. Так. Нет смысла затевать драку без необходимости. Может, я уговорю так, пропустить меня? Смотри. Там человек, собственно, в середине. Ты где? Я вот. А, вижу. В середине человек, но тут никак не пробраться. Видимо, нужно на лестницу. Да не, вот смотри, сюда нам нужно. Так, ага, да, вижу еще направо ход. Есть аптечка, подожди, минуточку. Люди тут. Да, я же говорю. Так, подожди, ты зашел. Угу, я понял. Минутку. Ты обошел, да, дом весь. Уже бегу. Все, я на месте. Только смотри, я позаду забора, собственно. Ты где? Я вижу тебя, но как ты конкретно да вот тут забралась? Ага, вижу. Все. Мне тут нужно пройти. Вы, ребят, не против, правда? Не, нам плевать. Ты главное заплати, сколько скажем. А потом делай, что хочешь. О, какие резкие. Все, что у тебя есть с собой. Деньги, оружие, патроны, припасы. То есть у нас выбор, наверное, будет. Или заплатить, или всех убить. Давай лучше убьем, да, всех, конечно. Конечно. Да ты у нас прямо клоун настоящий. Только... Ладно. Тогда мы просто тебя убьем, а шмотки заберем. Мне-то без разницы. Ну да ладно, давай попробуй. А, тут уже по сюжету нужно их убить. Так, ну что, в принципе... Что за хрень? Вау, да, что со... Это, походу... Это у тебя тоже серый экран, да? Да? Мы, походу, не мутируем. Да. Воу, что это? Что это такое? Ты тоже, да, ножиками можешь, да, кидаться? Да? Да, и они мне урон даже не наносят. Да. А смотри, прикольная шняга, да? Да. Неплохо. Так. И очень быстро им. Да. Кстати, я бы этот не отказался постоянно такими, собственно, средствами убивать. Походу реально мы что-то... Боже. Это опять произошло. Да, мы мутируемся. Черт. При этом, да, в каких-то жутких боссов. Да. Херово дело. Нужно, собственно, спасать свою шкуру. Так, пустая касса. Тут тоже куча вещей. Так, я тоже, собственно, лутаю все. Ух ты. Отвечайте. Так. Хотели нас ограбить, сейчас мы их ограбим. Я взбесилась. Да. Успокойтесь. Нет никаких причин впадать в истерику. Так, есть. Все сделали. Замечательно. Ух ты. Но вам так. О, да, с мутагенами. Да. Вы бы и не хотели, да? Ну да. Ух, тут денег, да, вообще много. Да. Кошмар. Короче, Склифосовский, давай уже как-то заканчивай все это дело. А вот продолжительный контакт может вызвать дальнейшие, более опасные мутации. Так, тут патрончики, если тебе нужно, чуть-чуть. Так, да, минутку, мне все нужно. Желательно все, так. Потом для пистолета, у меня не такой пистолет, к сожалению. О, тут еще модификация, иди сюда. Так, минутку. Вот тут есть. Пропало. Так, отлично. А теперь прошу меня извинить. Мне надо разобраться Так, есть. Денег, конечно, тут очень много. Да. Так, ну вместо пистолета я вот этот. А что нам нужно? Найдите кабину оператора. Да. Так, парома. Угу. Ну, нужно найти. Я думаю, она находится где-то наверху.
потому что, собственно, кабина оператора. Мне кажется, где-то вот тут. Ну, давай посмотрим. Ну, в принципе, так, закрыто, да? Сейчас я выломаю. А, можно ломать, да? Ну, как-то... Сейчас. Во. Тут даже кто-то есть. Да, не будем, не будем. Что ты хочешь? Не будем. Так, поговорите с Марио, видимо, он и скажет. Хорошо, я пришла вам помочь. Как вы вообще оказались у этих бандитов? Я шел в Хендерсон, чтобы попытаться найти своих родных. А эти чертовы зэки меня схватили. Сказали, используют меня в качестве наживки, если вдруг зомби нападут. Сволочи. В общем, меня зовут Марвин. Я у вас в долгу. Минуточку, вы знаете, как завести паром? Да, конечно знаю. Я тут лет 16 проработал, плюс-минус. Нам сюда. Пошли. Ничего себе. Тут есть человек, просто удача. Который может управлять паромом. Мы будем вас ждать. Так. Мы уже идем. До скорой встречи. Главное, чтобы этого человека раньше времени не убили. Замечательно, да? Как раз и глава закончилась. Походу, 6-7 будет или нет? Нет. Так, нет, это продолжение. Это просто они прибыли сюда. Да. Это как бы мы поменяли лагерь, так, да? Новый уровень. Неплохо. Ух ты, нужно, да, пожалуй, обороняться, только... Мы лагерь поменяли. Угу. Ух ты, смотри, опять тут вот эти пулеметы они с собой принесли. Так, тут окно нужно закрывать, нет? Да не знаю, если можно. Нет, нельзя, нужно, наверное, вниз идти. Так. Да, вниз нужно идти, смотри, пошли. Фух. А пулеметы тоже нужно устанавливать или нет? Это заправка такая вот хорошая. Ну, пулеметы, ну да, в смысле, офигенный осада лагерь. Станции. Ух, офигенный так, лагерь, знаешь почему? Я закрываю, да, заборы. Потому что с одной стороны море, и если кто-то будет нападать, то только с одной стороны. Так, есть, я закрыл как раз по таймингу, как раз они пришли. Оно ушло вон. То есть нам нужно обороняться только с одной стороны. Есть, я убил. О. Так вот. Замечательно. Так. Тут ух никак ты не поставить, да? Давай я постараюсь поставить забор. Пока ты бьешь, отвлеки их. Так. Никак, похоже. А вот сейчас? Вот сейчас, да. Поставил. Замечательно. Так, со второй стороны сейчас я буду ставить. Ты пока давай с ними справляйся. Я тоже поставлю. Так. Где можно? А вот и они, осторожно! Так, есть. Я тоже поставил. Угу. Так, в принципе, наверное, все. Выстрелы привлекли зомбаков. Нет, выстрелы только привлекли зомбаков, говорят. А, вот нет, это... я говорю, поставили, да, именно заграждение. Да, да. Так. И вроде везде. Окей. Так, ну мы, в принципе, закрыли, чё ж ты ругаешься-то? Сам стоишь. Да. Вот там наверху чуваку помочь нужно. Так, я вижу. Так, ты девушке уже заборы поставил, да? Да. В принципе, я пока не вижу. Давай на высоту. Поговорите с Марином. Так. Подойди сюда. Орлоу. Минутку. Все, я уже на месте. И чего мы ждем? Двигатель очень громко работает. Он привлечет сюда всех зомби, ну, в этом понятно, районе. Нужно пулемет установить. Я хочу отвлекаться не меньше вашего. Так. Надо быть наготове. Как только эти твари здесь появятся, они не остановятся, пока кто-то из нас не сдохнет. Либо мы, либо они. Максимальная награда. Да. Да, максимальная сложность. Мне нужна пара минут, чтобы... Ну, это понятно. Короче, смотри, 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 осада станции. Я не знаю, нам, походу, нужно опять пулеметы взять или что-то такое. Ну, естественно, да, осада нужно сделать все как следует. А что тут показывает? Так, стоп. Ну, давай наверх. О, кто это уже шпилит с пулемета? Да, он... да нет, он завел двигатель же. А. Так, осада станции, продержитесь до прибытия парома. Давай постараемся установить пулеметы. Я где-то... уже один установил. Так, но я в принципе... У нас 400 патронов. Так, а где еще один пулемет? С другой... Сейчас. С другой стороны? Ну, где... Я его, ну, не вижу. Вот тут. Ага, да-да, я вижу. Давай я тут или куда? Ну давай, ты стой там, а я с этой стороны. Ты не очень так трать патроны, потому что у нас только 400 патронов. А с какой же стороны, если тут вот ничего нету? Там есть окно. Сейчас, минутку. Ух ты. Вот, смотри, вот там.
Где-де-де-де-де? Потому что я, собственно, ничего не вижу. Ну, иди сюда. Угу. Тут можно поставить, смотри. Нет, тут не, вот нельзя тут. Было поставить. Вот тут. Так. А, вот тут вот, да. Я просто не дошел до конца, спасибо. Так. Ну что, давай. Готовы. Да они уже тут бьют. Ничего себе, как они быстро-то. Куда ты, тварь, лезешь? Отлично. Есть, помог человеку. Главное, не давай им разбивать заборы, да, и будем спускаться периодически. Да. Я, кстати, мало трачу патронов, чтобы... Я тоже по чуть-чуть, по пару. Так, я пока тут помогу им, а то они уже прорвались, мне так кажется. Так. Не кажется, они прорвались. При этом очень как-то, я не знаю, активно. Я пойду поставлю забор, где можно. Да, я пока давай, буду прикрывать. Ты тоже поставь забор, где можно. А, прикрывать, я думал прикрывать, но нет. Да, они просто пока что не лезут вроде. Я пока понял. Пока есть время, можно. Да, я согласен. Так, так, раз. Ставишь? Да, ставил. Один поставил, ага. Второй поставил. Все. Замечательно. А вроде бы все поставили, вроде да? Все, да. Так. Сила РД. Ну я опять так, ну что? Ты так, знаешь, тоже... пару патронов стреляй, потому что... Тратится... Я так же сама, да. Я, собственно... Ух ты, это что, туман какой-то? Видишь? Да. Оу, да, как назло, да? Да. Чтобы да. было сложнее нам, собственно, вот это все сдерживать. Я сначала боссов перебиваю, знаешь, потому что... А если... я им не даю, понял, разбить ворота. Да. Просто если босс сюда прорвется, то это капут. Есть. Нет, ну не такой уж и капут, но... Не, ну то, что его долго да. бить, знаешь, если можно. И замечательно, в принципе. Я даже через туман вижу, поэтому, если они думали, что это препятствие. Так, одна прорвала забор, я пока одну сдерживал, вторая уже прорвала. Так, уже наверху, собственно, есть одна. Ничего себе. Давай, есть. Давай, ты там отстреливайся. Я отстреливаюсь. Я пока есть? Что тут никого не вижу с этой стороны. Вот это, огневая знаешь, помощь. Офигенно. Ты в одну сторону смотришь, ты мой фланг прикрываешь, а я твой прикрываю, и никто так не проходит. Да, в принципе, все отлично у нас пока. Так, справляемся в команде. Да-да-да, сзади какой-то там есть босс, я... Так, я пока не вижу. Ух ты! Так, можно было, да, за это мне короткое время поставить. Нужна, мне тут помощь нужна. Так, спокойно-спокойно, я бегу уже. Их там много, и вот таких... Так, где ты? Так. В принципе, я лопату возьму. Погнали. Где? Ух ты, ничего себе. А ну отойди, отойди, я мину поставлю. Так, я тоже сейчас поставлю. Давай еще отойдем. Потому что я еще тут, осторожно, не подходи. Отойди назад. Отошел. Я поставил. Так. Я, в принципе, не пускаю нашего, пусть он не ходит. Куда ему не следует. Можно и назад забрать, смотри. Так, я подниму мину, давай его, короче, вот так да. убьем, а то он что-то не хочет никак идти. Да ладно, пусть если не хочешь. Давай пока поставим забор, смотри, есть время. Они да там просто, прорвали. Да просто если мы их не убьем, вот этих, то он не переключится. Да, ну я пока смотри, волну. Да? Смотри, я пока поставлю заборы. Да. Потому что они идут, и тут будет сейчас еще хуже. Будет все. Поэтому вот так вот раз. Сделаем как следует. Так, что там? Сейчас. Тут тоже вот какой-то... О, тут босс, вот этот вот, знаешь, самый такой жилистый. Да-да-да, их там куча. То есть нам не помогло, как видишь, даже пулемет наш. То он капец какой. Я сейчас знаю, что сделаю, я постараюсь на него мины ложить. Хотя и нашими пожертвую, но... Воу, отлично, даже достижение открыл. Так. Ну что? Так, работает, да, у нас там что-то? Угу. Там еще один босс, видишь, где-то бродит? Нет, пока я не вижу. А заборы вроде бы все поставил. Так. Да, я вижу. На карте вот он. Секундочку, минуточку. Тут у нас есть лут. Воу, что это такое? Опять он включил, опять за пулеметы. Быстренько, быстренько. Давай, сейчас. Побежали. Мы еще даже половину силы РД не выдержали. Да-да. Ух ты, так, я вижу, с крыши спускается. Машину взорвал.
Так, нормально прикрываем. А, пруд, я вижу, на 12 часов от меня. Так, ща. Просто тут с крыши. Сзади тебя. Оу, я понял. Так. Ух ты, смотри, какие твари. Они уже, собственно, в доме. Да? Да. Да что ж она так медленно. Оу, е. Так, отлично. Так, все, болтаю. Замечательно. Так, за пулеметом, нет? Да, ну я тут тоже в доме отстреливаю. Да, ты лучше отстреливайся поначалу, потому что... Ёлки-палки. Так, сейчас они зайдут вновь. О, босс. Охренеть, босс жирный. Так, я сейчас посмотрю, бегут они или нет. Все, убил. Нет, не убил. Так, бегут еще. У меня 150 патронов осталось, не очень много. Замечательно, крит. А у меня все, 0 патронов. И босс как раз прибежал. Да, но ничего страшного, у меня есть оружие, молоток. То есть я справлюсь. Поэтому вот какая-то вот есть денежка. Сейчас, если что, за эти деньги и починюсь. Потому что поломаем на боссах все, что можно. У меня 80 так. Патронов. А у нас еще охренеть. Фух, сколько. Так, и я вот тут вот, собственно, давай. Посмотрю. Ага, вот нужно возвести еще да, один забор. Так, и заменю вот этот вот, потому что это вообще полная рухлядь. Ух ты. О, что это такое? Боже мой. А, она их поднимает, да? Ничего себе, мамаша такая. Ребят, вы... Так. Вы прикалываетесь. Пора начать возводить баррикады. Вали-ка ты оттуда. Мне кажется. Есть. Там мне тоже кажется. А, они с этой стороны, то есть проснулись, видишь? Оу! Она возле меня просто! Ничего себе, она бьется. Охренеть, у них столько жизни у этого. Ёлки-палки, а она так бьется сильно, что просто кошмар. Она меня с одного удара, собственно, все здоровье вынесла. Так, ну что, я беру дробовик, пожалуй, ее ничем не возьмешь. Да, мне тоже. И знаешь, бери. Так, мы опять превращаемся. Нет, да? Это она, походу, нас глушит. Так, я в нее стреляю. Давай. В принципе, знаешь, с дробовика вполне эффективно. Так, мы почти снесли все. Я паркур на нее делаю. Все, я ее убил с паркура, голову снес. Прикинь. Так, а нет, вот еще одна, слышишь, такая же самая. Смотри, с этого дробовика я ей все здоровье так вынес. Так хоре глушить нас. Да-да, ё-моё. Так, я ее. Дробовик, конечно, такой мощный, я ее с трех патронов уже половину снес. Так. Мы ей просто не даем шансов, да? Думали, что будет так вот все сложно. Ну да. Так. Так, там еще одна, да? Я сейчас мины, ух, и дробовик, конечно. Понаставлю, да и все. Да. Чего? Только смотри, чтобы мы сами на нее не натыкались. Ну да. Так. Тут еще один босс, слышишь? Да, я там слышу. Иду туда. Так. Все, я его убил. Дробовик, конечно, космос. Я совершенствуюсь. Новый уровень. Ага. Так, есть, я заменю один забор, потому что он вообще что-то не нравится мне. Сколько мы уже... Мне кажется, так, уже... смотри, мы орду, да, собственно, остановили. Ну, я не знаю, сохранилось ли. Подойдите, пожалуйста, а кому подойти? Не знаю. Так, та уже, собственно, вот, вот сюда, сделаем. Вот сюда на паром. А, сейчас. Паром наш. Запрыгивайте, давайте. Ну давай, валим отсюда. Так, куда? Все, готово, дальше некуда. Вот сюда. Так, ага, машину. Ху, ну смотрим. Куда? Ну что, два берега, это следующая, собственно, глава. Это, походу, мы куда-то на другой остров. Да. Ты видишь какие-то... Вот вообще красота, да? Да. Будет даже интересно играть. Ща пускай фу загрузится. Ну, это долгая такая глава была. Как бы мы на пляж куда-то выбрались. Было жарко, на самом деле. Да, очень... еще это посмотрим. Да. Да, какой-то новый остров. Красота, да? Они думают, тут зараженных нету, да? Угу. Ничего себе, да, такой кораблик. Да-да. Мне нужна ваша похвала и кое-какие вещи. Ладно, прибыли мы на новый остров, да, на этом уже заканчивать. С вами был Эдисон OnlyFirst. Была жаркая серия, ребят. Если это да, ставьте лайк. Всем пока.
Всем пока.